Ее сыграли миллионы, переиграли еще столько же, а моя версия это как капля в Млечный Путь. Но зато половина мелодии аранжирована мной, а значит это эксклюзивчик. К тому же аранжировать я только учусь, а этой работой хочу поделиться с вами. Изюминка мелодии «Мрачность», потому что сыграл я ее на баритоне. Так что это двойной эксклюзивчик. Зацениваете.